Надежда Потоногова привезла в Ульяновск цельнинскую силу. Так называется команда районного клуба активного долголетия. Цельнинцы и единомышленники из других районов области впервые участвуют в спортивно-игровом фестивале «Азбука спорта». Он организован под открытым небом на стадионе «Симбирск» в северной части города. Надежда и ее команда готовы к соревнованиям. Ведь в своем клубе они ежедневно занимаются физической культурой. У нас бег, волейбол, дартс, ГТО. В общем, по крайней мере, все положения, что нам присылают, что от пенсионного фонда, что от комитета защиты, мы всегда активно принимаем участие. В фестивале участники устроили флешмоб. Команды танцевали под музыку и скандировали слоганы. Далее приступили к соревнованиям. Спортсмены катали мячики, выполняли упражнения на ловкость и меткость. Здесь у нас 24 муниципальных образования. Каждое муниципальное образование представляет свою команду. Соответственно, у нас 24 команды. Они разделены на 20 игровых этапов состязательных. Люди проходят по этим этапам, набирают баллы. И в итоге выигрывать должны у нас 3 активные движущие команды. Представители социальной защиты планируют сделать «Азбуку спорта» ежегодной. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Правда ТВ.